Вы смотрите отзыв об отеле Atlantis. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником NCH, который был в нем в 2015 году. Неплохой отельчик в Неоколикратии. Отель имеет хорошее расположение. Приветливая и доброжелательная хозяйка и весь персонал. В отеле свой какой-то очень приятный дизайн. Довольно чисто. Я отдыхала одна, поэтому мой номер был небольшой, но он имел все, что нужно для отдыха. Кондиционер, холодильник, телевизор, сейф в шкафу, фен, хорошая кровать, большой балкон, хороший Wi-Fi. Горячая вода постоянно присутствовала. В 4 часа ночи можно включить и слить за минуту остывшую в трубах воду, и опять идет горячая. Завтраки вполне хорошие. Творог, йогурт, сыр, яйца, салат и сладкое. Иногда смотрела «Вести планета». Тоже неплохо. Отель очень понравился. Если будет возможность, обязательно приеду. Сам городок живет своей тихой жизнью. Есть аптеки, магазинчики промышленных и продовольственных товаров, парикмахерские и так далее, приятно гулять по его улочкам. В выходные становится более оживленно, но это не мешает. В некоторых аптеках и магазинчиках расплачивалась картой, где-то ее не принимали. Очень хорошее море. Пляж не идеально чист, но песок хороший. Заход в море тоже хороший, песочек. Можно общественным транспортом ездить в Салоники. Ездила один раз. Близость этого города большой плюс. Очень рада, что не стала зацикливаться на отзывах некоторых консультантов по Греции на форумах о том, что в Неоколикратии нечего делать, что это перевалочный пункт для шубников и экскурсий. Я познакомилась с людьми, которые не один раз туда ездили и не за шубами. В магазины шубные не заходила, но говорят, хорошие шубки. Мне отдых понравился даже больше, чем в сентябре на юге Кассандры в Неоскиании. Про туристическую компанию, как всегда, отлично. Очень приятные сотрудники. В этот раз брала только экскурсию в Метеоры. Хорошие водители и гид. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.